В национальной команде Рамос уже успел найти общий язык с товарищами по команде. Больше всего он общается с Аркисом Адамяном из-за знания последнего немецкого языка. Но также недавно в одном из интервью он поделился, что хорошо общается с Эдуардом Сперсяном и постоянно на связи с ним. Ранд старается учить армянский язык, чтобы лучше понимать своих товарищей по команде и быть ближе к болельщикам. Он раньше остальных приехал в Ереван перед сбором национальной команды в преддверии матча с Уэльсом и Латвией, чтобы получше узнать Армению и подольше побыть со своей бабушкой, живущей в Ереване.